about the forests? No. Артём! Абсолютно с тобой согласен! Ух ты! Душевая освободилась! Где? Где? Виталий! Абсолютно согласен! А еще! Иногда по ночам мы играем! Эй, африканцы вы! Чё сидим? Чё орём тут? Весь лагерь на уши подняли. Сейчас по дырке получите. Это ты успокойся. Не, ну чё? Да ничего. Это кто это сказал? Сюда иди, лица не вижу, не вижу, не вижу, где? Конечно, не будет, да ты успокойся, я тебе сказал. Конечно, не будете. Что, мы зря мышцы на лето качали или что? Кому тут не ясно? Кому? Тишину все поймали. Больше никаких звуков. Отбой! Да ты успокойся, я тебе сказал. А теперь город засыпает. Африканты вы! Тишину поймали, я вас из туалета слышу. Кстати, о туалетах. Такая ситуация на форуме могла случиться с каждым. Вот они, синьки. Лёш, бумагу забыл. Точно, точно, бумага. Давай, мужик. Чё, воды захватил? Я тебе захвачу! А теперь случай в палатке! Ой, да я смотрю, у вас тут свободно. А наша команда прекрасно знает. Для того, чтобы занять одно из первых мест, надо очень сильно удивить жюри. Что я могу сказать? Не надо стрелять. Я работник Росатома. Уже 10 лет работаю на этом, в этой системе. Не стреляй, я сказал. И я работаю на крупной атомной станции. Микрофон не выдерживает. Чтобы удивить жюри, мне пришлось раздеться. Я вас удивил? Нет. Ну а теперь?
за деньги, а мы в системе этой просто батарейки. Никита, какой мы день на поляне-то уже сегодня? Какой у нас день форума? Третий или четвертый. Мне уже мужчины в стрингах видятся. Скажи, нормально все? Нет? Нормально. Я все, не перегрелась? На самом деле, я не удивлен, что двадцатка африканцев всем лагерям спит в одной палатке после сегодня. Слушай, видимо, от охранников тоже досталось. Друзья, берегите. За невинную шалость поиграть в мафию. Ну что ж, дорогие друзья, мы напоминаем, что, уважаемые жюри, оцениваем команды по пятибалльной системе. Ну и как у нас было по традиции, конечно же, сейчас комментарий от жюри. Замечательно, удивительно, красавчик. Ну и говоря... Если не все, то вообще была труба. После первого дня, ребят, скажу, поднялся уровень намного, выше и выше. Так держать, и всем остальным выше планку берите, ребята, и будет все замечательно. Спасибо. Валерий Николаев, ваши аплодисменты. Ну а сейчас на эту сцену мы приглашаем двадцатку, как они себя так назвали, Духовой. Ваши аплодисменты, встречаем, ну а готовится у нас Александров. Вы чего? Балет Аллы Духовой выступает в черной грязи через дорогу. А здесь выступает команда имени Духова! Спасибо. Первая наша миниатюра о том, как все это начиналось. Здравствуй, Алик. У меня очень мало времени, поэтому я коротко. За хорошую работу мною было принято решение отправить тебя на молодежный инновационный форум в Москву. Вот твой пригласительный билет. Отдыхай. Командировочные в кассе. Приветствуем участников молодежного инновационного форума! Давай! К осмотру. Да. Не положен. Ты пропущен. Не положен. Ну попробуй. Ладно, ты тоже попробуй. Говори. А что положено? Петрович, заноси. Духи приехали. Дежурить пошли. Это еще что такое? Это что? А это вам. Так, Петрович, зайди Серегу, будем... Забыл. Будем оформлять.
Сашка. Товарищи, друзья мои, я рад вас приветствовать в лагере имени великого советского ученого Николая Леонидовича Духова, автора лучшего танка Второй мировой войны ИС-2. Ура! Ура! А чего вы такие грустные? А, понятно. Ну ладно, ладно, давайте я вас забодрю. В мафию сыграем? Давай. Форум засыпает. А первая ночь прошла у нас именно так. Ребят, а я к вам. Занято уже. Ну так палатка трехместная же. Да мы сами трехместные тут. Ладно, залезай. Слава, давай на другой бок, на раз, два, три. Раз, два, три. А куда я этот делся-то? Кажись, закатали. Форум просыпается. Новость дня. Сегодня ночью была пресечена попытка проникновения бобра-контрабандиста. Но ему пришлось скинуть свой груз на территории лагеря Александрова. Ребята не растерялись и уничтожили весь контрафактный груз. Блин, не дошел вовремя! Также сегодня нам выдавали новые футболки. Итак, встречаем, новая коллекция! Лето 2011! Как вы видите, день был очень загружен. Работа в группах, лекции, спорт. Но все-таки наступил вечер. А что такое вечер? Вечер — это костер. Вечер — это крепкий, горячий чай. Вечер — это веселая компания. И, конечно же, хорошая песня! А что нам надо? Да просто свет в окне. А что нам снится? Что это навсегда? И через 5 лет, и даже через 10, мы форуму всегда ответим да! Ваши аплодисменты, двадцатки духа! Итак, дорогие друзья, мы сейчас можем смело предоставить слово нашему жюри. Итак, прошу. Ваши комментарии по поводу выступления команды духов. Бобер не дошел. Это, конечно, было здорово. Но надеюсь, что в следующий раз он не дойдет и до Александрова. Ну что ж, спасибо большое. Аплодисменты Евгению Сидорову. Я так понимаю, Аня, что у нас сложился стереотип с охраной и с мафией. Ну, посмотрим, что будет дальше с командами, что они будут показывать. Ну, а мы сейчас встречаем на этой сцене команду Александра. Ваши аплодисменты. Готовится команда блохинцев. Раз, раз. 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 Встречает Алёшка!
появится с другой стороны. Итак, наша первая зарисовочка. Знакомство. Ребята, здравствуйте! Вы не поверите, я ваш модератор Алексей. Давайте немножко познакомимся с вами. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я работаю в ФГУП ФЦЕРБ. Чё? Федеральное государственное унитарное предприятие, Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности. А, ну да, точно, точно, да, да. Помню, помню. А вы девушка? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я из ВГУП РФЯЦВНЕФ. Федеральное государственное унитарное предприятие. Ну, короче, я там работаю. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я алкоголик. Я вообще не понимаю, что на форуме делаю. Итак, мы немножко опередили ситуацию, и поэтому сейчас вам покажем зарисовочку «Заезд в наш лагерь». Ребята, последний раз предупреждаю. Правило нашего форума. За 3 любых прокола вы вылетаете с форума. Всем понятно? Да! Проходи! Слышь, охрана, выручи, а? Поставь 2 прокола, очень надо. Зачем тебе это? А я люблю горячую жизнь. Итак, собрался мужик, давай, мужик, запомним. Кувырочек, прыжочек, ну давай с Богом. А, красавец. Опять какой-то урод яму вырыл. Следующая наша зарисовочка – случай на семинаре. Давай другой покажем, как знакомиться у нас в лагере. Коммуникабельные, коммуникабельные. Ой, ну вот да, мне подсказывают. Коммуникабельная, конгрессивность. Слышь, это, органика. Сгущенка есть? Молодой человек, да как вы со мной разговариваете? Я старший научный сотрудник исследовательского института. Я лауреат государственной премии в области диффузионного разделения изотопов урана. Да мой отец и мой дед работали с самим Александровым по изобретению ядерных реакторов. Да я, если хотите знать, инженер в 5-м поколении. Не, я тебя спрашиваю, у тебя сгущенка есть? Ну и все-таки мы вам покажем случай на семинаре. Итак, до этого у нас был слайд про инновации, бизнес и прочее. На следующем слайде вы можете видеть развитие энергетики на состояние 2010 года. Здесь специально представлено 2 графика, где красным цветом четко видно тенденция развития России. В 2003 году было не так много внедрено инноваций, как в 2010. Ну вот на этом мой семинар подходит к концу. Я уже вижу, есть вопрос. Знаете, зовут меня Николай, я с Ленинградской атомной станции 2. У меня такой вопрос. Когда? Ну, вот такой примерно у меня вопрос. Очень интересный вопрос. Я отвечу на него позже. Меня уже модераторы зовут. Тут на ужин людей собирают, понимаете? Не, ребят, реально, я из-за этих слепней уже 10 вопросов задал. Ну что, и всем на самый насущный вопрос. Как же мы размещаемся по трое в палатках? Итак, случай в палатке. Вид сверху.
великие силы добра и зла. И началась великая битва. А теперь давайте немножко пофантазируем. И представим себе, как в нашем полевом душе моются девушки. А теперь, как моются наши парни? И делаем наш мир более энергоэффективным. И что мы хотим вам сказать? Мы хотим сказать спасибо организаторам и спасибо гостям этого форума за дружественную атмосферу, за эту организацию. Все на самом деле очень классно, очень весело. И Александр не такой плохой, как вы все думаете. И поэтому эти самолетики символизируют вечность, символизируют любовь и продолжение на нашем форуме, чтобы он был не последний. Все, всем спасибо! Пока! Так, кстати. Ну а кому, кстати, интересна там информация про Александрова, почитайте, пожалуйста, очень хороший человек был. Спасибо! Спасибо! Запоминающихся вещей, таких моментов, будет вот этот вот сказочный звук храпа, который вы пронесете до следующего года с собой. Пусть он вам сейчас мешает, но, наверное, будете по нему скучать. Ну и душ тоже такой актуальный вопрос. Я вижу, ты уже сходил в душ сегодня. Я уже сходил, не могу отойти. Ну что ж, я надеюсь, что у нашего жюри найдется множество комментариев к этому выступлению. Поэтому аплодисменты жюри, прошу. На самом деле, отличное выступление, очень понравилось. Очень прекрасное наблюдение у каждой команды имеется по поводу спанья в палатке. На самом деле, классно. Я надеюсь еще наблюдать, как вы, дорогие друзья, спите по трое в палатке. Мария, оставайтесь сегодня с нами. На себе я подумаю, Анна, обязательно. Вы знаете, очень понравились вот аббревиатуры прекрасные. Я спросила у товарищей в жюри, они говорят, что это правда, даже так. Вот. И мужчина, который лихо так с трюками, вы же заметили все, дорогие друзья, трюки мужчина показывал в начале. Это нелегко, я вот честное слово, когда учились... Как специалист, как заявляю, как сказать, да? Вот как бы... Каскадер с большим стажем. Нет, на самом деле были у нас на сцендвижении такие вот а-ля... Кувырки? Нет, не просто. Это круто было, здорово. Тоже знаете, что на все это очень мало времени на подготовку выходит. Вот-вот. Ну, в общем, здорово, отлично. Спасибо, Мария. Спасибо, аплодисменты. Я думаю, что с такими движениями он так в палатку запрыгивает каждый вечер. Традиционно. Я так поняла, так это подкоп, да, в палатку? Подкоп или на тройным тулупом. А потом жалуется, что вся поляна изрыта, да? Итак, друзья. Мы продолжаем и встречаем на этой сцене двадцатку блохинцы. Ваши аплодисменты! А готовится компания Ершовой.
успокоились? Достали эти насекомые. Друзья, перед вами выступает команда «Дети Блохинцева». Пошумим немножко! И мы начинаем. Небольшая миниатюра «Степлер». Слушай, ну такое дело, сам понимаешь, ну дырокол, короче, нужен. Ой, прости, степлер нужен, дай, есть? Ну для тебя разве что дырокол. И далее небольшая зарисовочка, Стелла. Ты не в курсе, что это? Да, конечно, знаю. Это Людкина, это... Юлькина. А это тогда чье? Сам догадайся. Многим участникам форума интересно, что же на самом деле происходит на планерке у кураторов. Смотрим. Каждый вечер после отбоя кураторы и организаторы устраивают планерку. Женя, все пропало, Женя, они не спят, Женя, они не спят, успокойся, что делать, Женя? Успокойся, включи воображение. Завтра сделаем им регби, волейбол и футбол. Пускай в регбол поиграют. Редбол окрыляет. Да отвали ты, ты чё, вообще сбрендил, что ли? Ты чё, дури, слушай, никак после вчерашнего регби отойти не могу. Понятно всё с тобой, вообще пипец. Ой, да ладно, а как твой питинг, ой, извини, питанга? Да всё нормально, только с питангом что-то непонятно. И мы продолжаем. Небольшая миниатюра, миниатюрочка. Карапуля, карапулечка. Ведро. Людка, а что там сегодня у нас пожрать есть? Небось опять макароны да котлеты. Что-то не знаю, сейчас посмотрю. А, батюшки! Да инновации со всех бедер прут! Тут ведь какие-то прям курица! Она не курица, она хавается. И немного неофициальной информации. Не всем известно, что вчера перед фасайтом организаторы форума случайно включили бредогенератор. Прибор подтвердил свое название. И до сих пор продолжает работать. Случай ночью. Парень, стой. Нет. Хватит уже, мне и так их две. Лучше уши прокалить, я не буду больше нарушать режим. Кепочку забыл. А, спасибо. А мы продолжаем. Зарядка мечты. Давайте, девочки, похлопаем. Три, четыре, спим на левом боку. Три, четыре. Ритмичнее похрапываем. Новый движение. Нас позвали на форум этим солнечным летом. И спасибо Росатом за это тебе.
Мы приехав узнали много разных секретов, и ни капли об этом не жалеем вообще. Наш отряд носит имя, а для тягер плохинцев здесь ребята, что надо, будем вас веселить. Подпевайте нам дружно, улыбайтесь почаще и похлопайте громче. Мы хотим победить, и наше сердце остановилось, наше сердце замерло, и наше сердце остановилось, наше сердце замерло. Спасибо, компания Блокинцев. Итак, поднимите, пожалуйста, с ваши бейджики повыше. Отлично. На просвет, вот так. Выше. А теперь посмотрите, у кого есть один прокол. Оставьте бейджики, у кого хоть один прокол есть. Они не признаются, это что? А два? Не видать. А у тебя-то, Никита, где вообще бейджик? Ты что свой спрятал, а? Вот мой, вот смотри, вот. Все чисто. Все чистенько. Чистенько, аккуратненько. Ну что ж, ладно, долой демагогии. Уважаемые жюри, ваши комментарии. Команда Блокинцев, я вас поздравляю. Вы самая символичная команда на сегодня. Даже дважды поздравляю. Во-первых, сегодня у вас экватор. И вы как раз выступаете из семи команд четвертыми. Вы тоже экватор. И Блокинцев — это единственная улица из всего списка команд, которая присутствует в городе Обнинск, колыбели на ядерной энергетике. Собственно, все жюри именно оттуда, из этого города, и присутствуют здесь. Спасибо! Вы дважды символичная команда сегодня. Ну а так, по выступлению, все замечательно, очень актуально. Радует, что вы единственная команда, которая не показала сегодня палатку. Это было что-то новое, вы не показали. Спасибо! На самом деле, Вань, ты первый день не был. Был Курчатов или Ипунский. Спасибо, Иван Галкин. Ну что ж, а мы двигаемся дальше и встречаем на этой сцене двадцатку Ершовой. Ваши аплодисменты. Готовится команда «Бачвар». Мы вошли, мы плакали. Она была подающая. Мама, это не то? Все идет колесом раз в 9. О, стандарт. Песенку споем о том, как дружно в лагере и весело живем. Ее зовут Татьяна, Зрина я пою, а Женя дополняет здесь шведскую семью. Вот Алексей наш гуру, а Гутин нас отбил. Своею красотою жюри он покорил. А вот Андрей с Василием выходят два качка. Они полено дров раскурят до бычка. А что это за лагерь со сцены вам поет? А вдруг он у Росгидро все планы оборвет? Еще он может это, еще он может то. И много что на свете по силам для него. У нас Андрей с Денисом едят за восьмерых. От них мы прячем ужин, тушенку, хлеб и жмых. А Атомтехэнерго прислал двоих бойцов. Они всю ночь гуляют, не сыщешь их концов. Роман в костюме странном приехал из МИФИ. Бредовые идеи рождает, как стихи. На смену Александру приехал Николай.
Привез он дрожжи, сахар, варенье и спираль. Привез он дрожжи, сахар, варенье и спираль. А что это за лагерь поет со сцены вам? А вдруг он разломает всю сцену пополам? Еще он может это, еще он может то. И много что на свете по силам для него. И много что на свете по силам для него. А Михаил наш ночью до ужаса храпит. Вай-фай нам заглушает, и лагерь весь не спит. Нам весело живется, мы песенки поем. Уже 3 дня не курим, уже 3 дня не пьем. Уже 3 дня не курим, еще 3 дня не пьем. А что это за лагерь поет со сцены вам? Ребята из Ершова, и это вам не спам. Еще осталось вместе друг с другом нам прожить. И можно нам просадом ногою дверь долбить. И можно нам просадом ногою дверь долбить. Компания Ершова! Что-то, Никит, такие прям музыкальные, творческие. Тебе вот ничего не напоминает такое выступление? У меня украли микрофон. Верните, пожалуйста. Верните, их было 5. Верните, мы все простим. Друзья, у меня такое ощущение после этого выступления, что мы на Грушинке. Грушинка, привет! Ну вот он, на самом деле, гимн-форума, друзья. Возможно, в перспективе где-то так. Так, ну а какие ощущения у нашего жюри? Великолепное выступление, очень понравилось, очень нестандартно было. Вот. Удивительно то, что Агутин покрасовался волосами и ничего нам так не сыграл, не спел. Вот. Я больше хотел судить КВН, может быть, вокальные данные лучше Маша Разумная, да, оценит. Вот. Но, тем не менее, очень понравилось, видно то, что ребята поработали над текстом, над лицами. Или то, что не курили, действительно видно, что не курили. Вот. Спасибо большое ребятам. Замечательное выступление, очень понравилось. Леонид Шарапов, ваши аплодисменты. Спасибо. Итак, это была команда Ершова. Сейчас мы встречаем на сцену команду Бачвар. Готовится долежать. На утренней зарядке. Здравствуйте, друзья! Мы лагерь Бачвар. Здесь все супер, нам все нравится. Но я сомневаюсь, что кто-то из вас в курсе, что существует реабилитационный центр для участников форума. Смотрим. Доктор! Да, Ватенька? Доктор, здравствуйте, у меня проблема. Я вот уже неделю как вернулся с атомного форума. И представляете, пошли мы с женой как-то в отличный ресторан, сидим, мне принесли мою любимую еду, а я есть не могу. Да вы что? Вот ни капельки. Ну, надо себя заставлять. Ну, вообще никак. Пока ведро не притащили, так есть не начал. Батенька, вы успокойтесь, 2 таблеточки глицина и все хорошо. Благодарю, доктор. Но это еще ладно, проблема другая. Пошел с ребятами в баню. Ну, взяли понемножку. Они сидят, пьют, а я не могу. Вот ни капли не могу. Счастливчик. Батенька, это легко поправляется. Давайте попробуем. Ну, давайте, давайте. Не могу, доктор. Да попробуйте. Соберись, тряпка. Ну вообще никак. Да вас же здесь никто не наказывает. А, черная майка! Вы куда, куда, куда? Объявление
бутылку водки на 3 прокола в бейджа. Представьте, двое в палатке нашли очень-очень большого жука. Ткни его, ткни. Ткни его. Ну, ну. Давай уйдем отсюда. Пошли. Охрана! Я его поймал, пойдем мужика покажем. И это все? Итак, мы привлекли внимание зрителя, продолжаем. Ходить ночью в туалет легко определить по перекачанной правой руке. Фонарик, а вы что думали? Итак, мы находимся в лагере. А в лагере, как известно, без страшилок никуда. В черной-черной грязи, черной-черной ночью люди в черных футболках ищут белую жидкость. Они так и говорят: отдай мою жидкость! Да это еще что? Вот ночью, когда над лагерем взошла луна, от реки мы услышали душераздирающий крик. Вообще, этот форум уже дал нам очень много. Смотрите, он дал куртки, футболки, панамки, фонарики. И я надеюсь, это еще не конец. А в заключение нашего выступления хотелось бы сказать. Друзья, мы не против сухого закона. Но представляете, закончится форум, закончится наша командировка, мы приедем домой, выйдем на работу. Наши коллеги обязательно спросят: ну как? И каждая наша, даже самая веселая история, будет начинаться с фразы: и потом мы так плотно поели! Бачвар! Спасибо команде Бачвар! Бурные аплодисменты и поддерживаем! Никита, у тебя под зеленой футболкой нету черной, случайно? Случайно нету. Дай-ка посмотри. Ну, посмотри. О, нет, там нет. Сердца и розы. Там сердца и розы. Могу тебе одно подарить. Представляем слово. Жюри. Ребята сумели привлечь внимание, я думаю, всех членов жюри. Вот. Не особенно ребята-то. Машу тоже как-то привлекли? Да, особенно ребята привлекли. А, ребята ее особенно привлекли. Вы знаете, как бы, посещая врача, я теперь буду примерно вести себя точно так же. Вот, и поменяю, значит, на одну бутылку бачвара, бутылку... А, в черной-черной грязи бачварая-бачварая жидкость. Вот такая вот получилась. Ребята, это супер. По моему мнению, пока не выступила последняя команда, вы лидеры дня. Спасибо, это супер. Спасибо, Александр Гоп. Ну что ж, ну а мы встречаем нашу последнюю команду. Долежали ваши аплодисменты! Thank you.
приветствует суперкоманда United Sexy Dalijan. А я Никита, я обожаю питанг. А теперь мы представим новости нашего форума. На реке Фред 2 обнаружили палочку Гоха. Вчера ночью на поле перед лагерем приземлился самолет, перепутав огни туалета со взлетной полосой аэродрома. Мало кто знает, что накануне ночью в одну из палаток лагеря заскочила белочка, а на утро троих парней отправили с 9 дырочками. Внимание, сенсация! По вечерам охранники играют в петанг. Теперь вернемся к заболевшим темам. И как мы знаем, к нам на учебу приезжают иностранные гости. Небольшая зарисовка на эту тему. Закончу. Reason by reason! Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на этом форуме энергоэффективности и безопасности. Reason by reason! Я рад, что мы с вами вместе собрались. Отличная погода, прекрасное настроение, великолепная природа. And reason by reason. Repeat, please. Reason by reason. Все. Всем спасибо. А сейчас послушайте лучшие лозунги нашего форума. Даешь 3 ведра еды каждому! Хватит мять! Давай крутить! Даешь ночи без охранников! Даешь ночи с охранниками! Даешь питанг в каждую палатку! А я Никита, и на сцене группа United Sexy Dalijan. Dalijan зажигает Dalijan, Dalijan отжигает Dalijan. Мы Dalijan, верные сыны. Мы будущее нашей страны. Dalijan заряжает Dalijan. Утром встал, на зарядку побежал, дрова отжал, яичницу пожарил, семинара прибежал. Dalijan зажигает Dalijan, Dalijan заряжает Dalijan. Руку всем пожал, открытие сделал, немножко устал. Dalijan, Dalijan заряжает Dalijan. Мы Dalijan, верные сыны. Мы будущее нашей страны. Ваши аплодисменты! Двадцатки Dalijan! Анютка, я думаю, что питанг произвел на все двадцатки большое впечатление. Большое впечатление. Особенно, большое. Действительно, как мы выяснили, охранники по ночам занимаются питангом. Питангом, да. Ну что ж, кандидаты в мастера. Уважаемые жюри, от вас комментарии. Жюри пока у нас совещается, а жюри может по крайнему выступлению высказаться. Прекрасно, красиво, ребята, здорово. С каждым днем все выше и выше. Красиво. Спасибо. А особенно мне понравилось про охрану. Все про охрану. Видать, у вас они уже так достали за эти 3 дня. Просто. Полюбили, Валерий. Полюбили, да. Любовь – это навечно. На самом деле выражаем огромную благодарность за работу нашим секьюрити. Давайте в аплодисменты! Никому не мешая, никому ничем не досаждая, выполняя свою работу. И спасибо вам большое за это. Ну а пока у нас подводится, конечно же... Я хочу напомнить о том, что у нас по окончании нашего КВНа ожидается выступление группы «Бенджамин». Это вы все сегодня слышали этот саундчек, который ребята провели, так немножечко вскользь. Но я вас уверяю, что вас ожидает феерическое, архифеерическое выступление живого ансамбля. Ну а сейчас, друзья, давайте...
Я хотел сказать, что пролежали. И перележали, да, вылежали, да. И пролежали. Что ты хотел сказать, Никита? Да, друзья, я хотел бы узнать болельщики наших прекрасных двадцаток. Итак, давайте, болельщики Африкантова, которые выступали у нас первыми, вы здесь? Ну и, собственно говоря, сама двадцатка. А Духов? Отличненько! Александров? По-моему, в двадцатке Александрова стало как-то побольше людей. Ершова! Итак, Блохинцев! Отлично! Бачвар! Ершова! Ну и долежали ваши аплодисменты и крики, конечно, отличненько! Спасибо вам, спасибо, ребята. Так, я сейчас думаю, смотрю, пауза тянется, опять что ли нам пошутить с тобой, да? Можем потанцевать, потанцевать пока. Потанцевать, да, друзья, давайте потанцуем немножко. Музыку нам громче, музыку. Танцевать латиноамериканские танцы. Чемпион России по латиноамериканским танцам. Так, у меня тут руки просто все заняты. Они в мостовой палатке потанцуем, я предлагаю сделать вот так. Ты опять вот, опять про палатку, да? Опять про палатку. Да там же и питанг. Ну что, уважаемый жюри, готовы ли у вас результаты? А жюри, у жюри, смотри, ноутбук, они играют в косынку. Я думаю, что это до утра. Нет, по-моему, это паук. Ну а пока у нас сохраняется некая интрига, какая же команда у нас победит. Давайте похлопаем, друзья, друг другу за то, что у нас творческие вечера проходят так весело, так классно и дружно. У нас тут жаркие споры, мы тут спорим. А танцуют ведущие, Анна! Попова! Анна, танцуй! Анна Попова! И Никита Борцов, аплодисменты нашим постоянным ведущим форума! Я готовился. Мы готовы сказать пару слов буквально. Начинает Мария, потому что ей бежать. Потому что мне бежать, да. Дорогие друзья, абсолютно чудесным образом я вот попала в жюри, мне это очень радует. Очень все понравилось. Замечательные у вас такие. Очень интересно было в ваш мир, как сказать, погрузиться, узнать много нового. И на самом деле очень здоровские, классные творческие ребята, классные команды. Очень хотелось отдельно отметить команду Ершова, но очень смешные, но согласитесь, замечательный гитарист, очень техничная команда, то есть очень классно, на самом деле. Вам в конце надо было, знаете, мне кажется, как-то поживее, поулыбаться, то есть и был бы отличный вообще режиссерский номер, просто понимаете? То есть вы вышли такие, а потом вы все-таки же такие живые, нормальные, отличные ребята, и было бы вообще рвач. Ну, вообще очень понравилось, очень, что мне еще понравилось? Александров мне понравился, я отмечаю, прям здорово тоже, я вот говорила уже. Ну и все остальные, дорогие друзья, это было круто, замечательно, весело, как сказать, по-доброму и позитивно. Я абсолютно рада, что вот сегодня это все увидела. Спасибо вам! Марина, мы ждем тебя сегодня в палатке, как и обещали, на выбор. Ребят, вам, по-моему, всем надо посетить Дисней. У вас такой творческий потенциал, что просто супер. Евгений, я думаю, ты можешь тоже вполне присоединиться к какой-то из команд. Ребят, очень радует то, что все это у вас не понарошку. Все именно взаправду. Вы все выходите, вы действительно переживаете, вы этим болеете, нервничаете. Для вас это все... очень всерьез, очень лично, очень близко. Прям вот здорово, замечательно. Всем огромное спасибо. Все, можно выдохнуть. Для вас этот конкурс закончился. От вас пока
к сожалению, больше ничего не зависит. Ну и вот а вообще мне вас жалко. Почему? Потому что мы сейчас уедем в город. Все три плаката можно будет одновременно попробовать. А у вас обрезанная версия, но надеюсь, когда вы приедете, вы все наверстаете сполна. Ребят, замечательно. Эта поляна много чего видела. Коллеги не дадут соврать. Жаль, что вы этого не видели. Мы видели. Но вот счастье. Такой организации, такого вот таких как бы умных искр в глазах она еще не видела. Спасибо всем. Иван Галкин, ваши аплодисменты. Ребят, я второй день уже здесь. Великолепно. Супер. Я завидую даже черной завистью, что вы здесь. Да, Черной грязью, которая недалеко отсюда. Хотелось бы тоже потусить, пообщаться с вами, со всеми, которые толпа. Здесь до 11. Да, можно. Спасибо. Потом охрана повязали и увидели, да? Как гости. Ребят, спасибо большое вам за все, за то, что вы все приехали сюда, что собрались в этот город Обнинск, да, первый наукоград России, как он считается. Ребят, спасибо вам всем и низкий поклон от меня и от всех жителей города Обнинск. Спасибо большое, ребят. Спасибо, Валерий. Дорогие друзья, и кто там? Леонид. Не видно нам со сцены. Леонид Шарапов. Мне все понравилось, интеллигентно. Напечатано все на листочках. Все работают, все рады, все КВНщики. Все очень хорошо. Шутили про физику, про науку. Все здорово. Спасибо большое. Видно то, что у вас сухой закон. Видно то, что у вас все очень хорошо, все по правилам. Спасибо, очень понравилось. Я не буду говорить об игре, я практически недавно про это говорил, и мнение мое не изменилось. Вы сумели привлечь мое внимание. Вот, поэтому скажу то, о чем мы с Михаилом Марфиным, который уехал, к сожалению, после первого дня, и мы поняли, что столько много команд, и придется использовать не только десятые, но и сотые. А сегодня промежуточные результаты, которые мы вывесили, мы решили прямо вот как там есть, после запятой 8 цифр, пусть пока так останется. Но тем не менее, мы готовы, можете называть команды, я буду говорить, сколько чего получилось, какие оценки и что в итоге. Итак, двадцатка африкантов. Двадцатка африкантов. 5, 5, 5, 4, 5, 4. 4,67. Отлично, идет дальше духов. 4, 4, 4, 4, 4, 3. 3,83. Александров. 5, 5, 5, 5, 5, 4. 4,83. Блохинцев. 5, 4, 4, 3, 3, 3. 3,67. Ершова. Ершова. 4, 5, 4, 3, 3, 4. 3,83. Бачвар. Бачвар. 5, 5, 5, 5, 4, 5. 4,83. Долежаль. 5, 4, 4, 4, 5, 4. 4,33. Итак, у нас два победителя дня, общие итоги будут подведены, но насколько я помню, по первому-то дню, где было 4,7, у нас вынужден констатировать два победителя визитной карточки, которые получили по 4,83. Правильно я не ошибаюсь? Абсолютно верно. Да, это Александров и Бачвар! Поздравляем их с победой! Эту победу вы можете разделить дружеским рукопожатием. Обнимушками, поцелушками. Давай, уже.
друзья. Дорогие друзья, ну что ж, ну а сейчас, как мы и обещали, выступление от выходцев группы, которая была номинирована на премию Грэмми, великолепную... великолепных людей, прекрасных, вечно позитивных... Талантливых музыкантов! Группа Бенджамин! Встречаем обоих!